Виа Камарелли был создан в 2006 году и посвящен самой красивой улице на острове Капри, которая так и называется Виа Камарелли. Улице, на которой расположены самые-самые дорогие бутики. Одна из самых роскошных и красивых улиц в мире даже считается на острове Капри. Даже упаковка аромата сделана в виде плитки, знаменитой плитки тротуарной, по которой ходят богатые люди, тратят свои деньги, посещают бутики. Очень красивый аромат, очень нежный. Тоже аромат для мужчин и для женщин. Основные ноты – это сладкий апельсин, майоран, ноты цикламена, душистый жасмин, кедр, морской мох и янтарь. Тут специи присутствуют, поэтому он более такой пикантный.